Уход от мужа дался певице куда сложнее, чем кажется поклонникам и СМИ. Развод для женщины за 50 – всегда тяжелое событие. Привыкшая к статусу замужней, певица Лолита не ожидала, как драматично закончится ее брак с Дмитрием Ивановым. Молодой фитнес-тренер в определенный момент устал терпеть супругу плюс сайз и подал на развод. Лолита же, уязвленная до глубины души, решила в корне изменить свою жизнь, села на жесткую диету и решила вернуться в былую форму. Получается у нее даже очень хорошо, но развод и тоска, судя по всему, несколько пошатнули состояние Лолиты, которая стала на камеру есть косметику, чем ужаснула, наверное, всех зрителей, которые к своему несчастью посмотрели сторис Instagram певицы. Лолита давно заслужила прозвище «женщина без комплексов», и всячески это доказывала то на телевидении, то в социальных сетях. Однако в данном случае тонкую грань она все же перешла. Несмотря на то, что знаменитость всеми силами пытается показать, что развод переживает с легкостью, тоска без мужа и затягивающееся одиночество очень тяжело отразились морально. Это и вызвало аномальную диету, из-за которой лучшее, что ждет Лолиту, это отравление, учитывая ее рацион из косметических препаратов.